Привет, дорогой. Привет. Ну, ты стал контактным львом? Да. Да. И? Ну. Красивый. Что ж ты столько лет не хотел ни с кем контактировать? Столько времени потерял. Я думаю, друзья, что все вы видели. Ой, какие у тебя складочки, смотрите. Как у Шарпея. Я не видела еще такого. Лев Шарпей. Да? Лев Шарпей. Вон такие складочки. Ты не давал даже подойти к тебе и никогда смотреть. А теперь мы видим, что ты Шарпей, да? Вообще не отходит. Ну, эй. Алекс, человек — это хорошо. Лапы в третьей позиции. Ты сам пришел? Сидел же отдельно, ему открыли. Давно еще выход, но он не хотел выходить. И только сейчас вышел. Но мы видели с вами, друзья, что прекрасно его принял объединенный прайд. Да? Ты туда к ним пошел? Пошли. Потому что одному холодновато уже. Тебе везет, что у тебя густая грива на пол тела. Иди кому-нибудь под бочок. Ложись. Пошел, пошел, пошел. Греть любимую попу где-нибудь. Ага, там, по-моему, они... Пошли к Марселю. Сейчас подойдем. А ты что, стережешь свою любовь? По-моему, в этом прайде все достается султану. Остальные так. Гирей хитрюга. Он подошел, я так говорит, пошли к прайду. Нужно сейчас всем греться вместе. Смотрите, как интересно. Они все собрались. Вот часто люди спрашивают, как львы просятся. Что их нужно заводить. Пошли, Алекс. Вот сейчас как раз вы это и увидите. Все львы пришли к Марселю и Русику. Да? Они пришли к воротам. И ждут, что их будут... туда заводить. Вот сейчас не надо даже уговаривать ни на какое мясо, ни на что. Они уже готовы заходить. Причем, смотрите, все вместе. Все собрались. Они подошли вот так же. Алекс, как султану. Посмотрите, как признает. Вожак, ложись рядом. Ложись. Все, скажи, нужно заводить. Вот так львы всегда чувствуют. И они уже от теплых домиков не отходят. Ложись, ложись.
только что они стояли возле своего вольера. Их зовет Марсель, да. Скажи, друзья, нужно было заходить, когда вас тут кусками мяса заманывали. А там вон Руська, такой к даме. Пока никто не видит. Такой та-да-да-да. Скажи, заходите, у меня есть отдельная жилплощадь. Уважаемая, отдельная кухня, санузел, большая гостиная. Да я молодой красивый лев. Прижал голову, наклонил и ушел. Не удалось обольстить львицу. Подошел более взрослый Марсель. Ну, Люська такой, хоп, упал. Ну, не судьба, значит, не судьба. Ложись, ложись. Рядышком. Не вноси раздор в семью. Пошла хвостом вертеть. Пошла. Иди сюда, скажи, стоять на месте. Скажи, дети должны быть все у меня. Трюм. Сделал свое дело. Ложись, грейся. Что там, девчонки ссорятся? Все тут, все рядом. Ты посмотри. О, носом землю. Что такое? Окапываешься. Теперь к Вите под бочок. Вот так, друзья. Все собрались. Одна, по-моему, только ушла. Львичка. И все ждут. Скажи, папа, ты где? Можно заводить. Коллектив в сборе. С любовью стоят.